Здравствуйте, ребята! Еще с далеких времен Южная Америка всегда манила путешественников своей богатой природой, которая таит в себе много интересного и познавательного. Сегодня мы отправимся в путешествие по природным зонам Южной Америки. И, как обычно, в путешествии нам понадобятся атласы. Во время путешествия мы узнаем о природных зонах материка, характерных представителях и эндемиках растительного и животного мира, а также узнаем значение понятий «гелея», «кампас», «льянос», «пампа». Вы готовы к путешествию? Ну тогда поехали! Как вы думаете, от чего зависит расположение тех или иных природных зон на материке? Формирование природных зон на материке будет зависеть от следующих факторов: географического положения, климата и рельефа. Мы с вами уже знаем, что широкая северная часть материка лежит в жарком тепловом поясе. Поэтому наибольшее распространение здесь получили экваториальные и субэкваториальные пояса. В связи с преобладанием на материке жаркого и влажного климата в Южной Америке широко распространены леса, охватывающие 47% ее площади. Также мы с вами уже знаем, что равнины занимают большую часть материка. Поэтому в размещении природных зон отчетливо проявляется широтная зональность. Только на западе материка, в Андах, смена природных зон происходит с высотой. Ну а сейчас мы отправляемся в путешествие в места, которые являются самым большим украшением Южной Америки. Это влажные экваториальные леса. Эти леса известный немецкий исследователь Александр Гумбольдт назвал гелея. А местные жители – сельва. Влажные экваториальные леса или гелея формируются на красно-желтых ферролитных почвах, бедных питательными веществами. В гелее Южной Америки произрастает около 45 тысяч видов растений, из них 4 тысячи видов деревьев. Поэтому эти леса считаются самыми богатыми по видовому составу. Так, в южноамериканской гелее можно встретить хлопковое дерево или сейба, бразильский орех Бертолеция с большим содержанием жира. А если сделать надрез на коре гевеи, то появится сок белого цвета, который со временем затвердеет и превратится в каучук, сырье для производства резины. Из плодов шоколадного дерева изготавливают какао и шоколад. Деревья густо перевиты лианами и усеяны яркими орхидеями. На поверхности водоемов под пологом деревьев плавают гигантские виктории и реки. Животный мир приспособлен к жизни на деревьях. Лучше всего чувствуют себя обезьяны, которые имеют цепкие хвосты. Среди них эндемичные обезьяны-ревуны и игрунковые обезьяны, которые являются самыми маленькими в мире. Ленивец также предпочитает жить на деревьях и редко спускается на землю. Свободно передвигается и прыгает с ветки на ветку хищные кошки, ягуар, который является эндемиком, пума. У водоемов обитают дикие свиньи пикари, тапир. В водах многочисленных рек водится анаконда, хищная пиранья и самая крупная в мире рыба – арапайма. Южная Америка – считается континентом птиц. Здесь можно увидеть туканов, попугаев ара и самых маленьких птиц на Земле – колибри. Субэкваториальные переменно-влажные леса на красных ферролитных почвах занимают восточную часть Амазонии и прилегающие склоны бразильского и гвианского плоскогорий. Среди вечно зеленых деревьев встречается хинное дерево бальса. Бальса – это дерево, древесина которого легче пробки и не гниет в воде. Саванны в Южной Америке распространены в двух географических поясах – в субэкваториальном и тропическом, и имеют собственное название. Льянос – это затапливаемая саванна Ориноковской низменности на красных, коричнево-красных почвах. В сезон дождей затапливается и превращается в труднопроходимое болото. Произрастают злаки, осоки, маврикиевая пальма,
Поэтому Льянос часто называют пальмовой саванной. Кампас – незатапливаемая саванна бразильского плоскогорья. Это кустарниково-древесная саванна. На фоне злаков на красных и коричнево-красных почвах возвышаются пальмы. Восковая, масличная. Одно из главных деревьев кампаса – кибрача, что на языке индейцев означает «сломай топор». Древесина этого дерева плотная, тяжелая, не поддается гниению, но тонет в воде. Из него делают шпалы. Эндемиками среди представителей животного мира являются капибара, самый крупный в мире грызун, броненосец. Наверное, самый необычный обитатель саван – это гигантский муравьед, который с помощью длинного липкого языка поедает муравьев и термитов. Из обитающих в саванне птиц самым заметным является, конечно, страус Нанду. Он не так велик, как африканский, но согласитесь, птица ростом более 1,5 метра всегда хорошо заметна. Зона субтропических степей примыкает к зоне саванн с юга, в пределах Лапландской низменности. Южноамериканские индейцы называют степь пампа, что означает «место, где нет деревьев». Здесь преобладает богатая злаково-разнотравная растительность на черноземовидных почвах. Пампа активно используется человеком в хозяйственной деятельности. Степи – это великолепное пастбище, а также это основной район выращивания пшеницы и кормовых трав. Животный мир богат грызунами, среди которых встречается опоссум, пампасская кошка, красная насуха, пампасский олень. Зона пустынь и полупустынь встречается на материке в трех географических поясах. В тропиках, на серо-бурых почвах, на Тихоокеанском побережье, где растут сухие злаки и кактусы. В субтропических пустынях на сероземах распространено редколесье из акаций и кактуса. В умеренных полупустынях Патагонии сухие злаки и колючие кустарники произрастают на бурых почвах. Животный мир беден и представлен в основном грызунами и пресмыкающимися. На крайнем юге материка в умеренном морском климате растут смешанные леса из буков и подокарпусов. Из животных можно встретить ламу, очкового медведя, шиншиллу. Встречается анский кондор с размахом крыльев до 4 метров. В горах, как вы уже знаете, климатические условия изменяются с высотой. Анды пересекают все климатические пояса Южной Америки, но больше всего высотная поясность выражена в экваториальных Андах. Ребята, как вы думаете, почему? Число высотных поясов зависит от высоты гор и близости к экватору. В экваториальной части Анд до высоты 3 километров простираются горные леса, выше – прекрасные альпийские луга. Трава в них высотой более 1 метра. Но чем выше мы поднимаемся, тем более скудной становится растительность. На высоте примерно 4,5 километров растительность исчезает вовсе, и мы вступаем в пояс голых скал. А с высоты 5 километров начинаются вечные снега и ледники. С приходом на материк европейцев природные комплексы Южной Америки сильно изменились. Главными экологическими проблемами являются обезлесение, катастрофическое сокращение площади влажных экваториальных лесов, также уничтожение растительности саванны, пампы вследствие чрезмерного распахивания и выпаса скота, а также загрязнение воды многочисленными промышленными предприятиями. Для охраны природы материка организованы национальные парки. Так, в национальном парке Галапагос под охраной находится морская игуана, галапагосский пингвин и гигантская галапагосская черепаха. Национальный парк Ману в предгорьях Анд – богатейший по биоразнообразию парк мира. В нем охраняется равнинная и горная гелия. В национальном парке Лос-Гласьярес в патагонских Андах
под охрану взяты ледниковые озера, ледники и реликтовые леса. Ребята, вот и закончилось наше путешествие по природным зонам Южной Америки, в ходе которого мы узнали, что наибольшая площадь на материке занята природными зонами влажных экваториальных лесов и саванн, что Амазонская Гилея не имеет себе равных по богатству флоры и фауны. Саванны в Южной Америке делятся на Льянос и Кампас. В Андах четко проявляется высотная поясность. Наибольшую угрозу природе Южной Америки представляет обезлесение. На этом, ребята, наше путешествие по Южной Америке заканчивается. Но поверьте, впереди вас ожидают не менее удивительные, увлекательные путешествия и открытия на других материках.